think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик аккаунта, который собран за 4 месяца, там с копейками, ну, по сути, 4 месяца. И, как вы видите, сила 2021. То есть это реально дофига, как бы это ни казалось, что есть там топы сейчас выше. Ну, там 2.40, это стандартная, скажем так. Но это за 4 месяца игры. И самое интересное, что за донат 1.6. То есть он даже весь донат не сделал, но у него уже такая сила. Это аккаунт друга Сереги Андрюхи, который реально ленится играть. Короче, наша задача его вернуть обратно в игру. В общем, за 4 месяца на этом аккаунте было куплено вот такое вот количество самоцветов. Да, это дофига, но по сравнению с нами всеми остальными, кто играет намного дольше, это фигня при такой силе, которая есть на аккаунте. На аккаунте есть абсолютно все герои, то есть полностью все на Аки есть. Как видите, все, что хочешь. Все абсолютно герои. Ну, при такой силе это так и должно быть. Находится он в нашей любимой гильдии Асгард. Телега на экране. Пишите Сереге, кто играет на сервере 700К+. Только активные игроки. Нифига себе, на битве гильдии второе место. Ну и сливанные, короче. Все, это сливанные теперь они будут у нас. Кидайте заявочки, вступайте. Реально плотненькая гильдия, хорошие... Битва гильдий, ну, скажем так, хорошие топы, атака фортов всегда веселая, поэтому все в ваших руках. Что там у нас у атаки было в прошлый раз? Дивизия Асгард, Лиг, Dark Knights и Seven Seas. Вот так вот. Они их всех нормальненько так чпукнули. В общем... Кидайте заявочки, вступайте, поехали, посмотрим на аккаунт. Давайте начнем со склада. 49 тысяч книг. Ну, это, наверное, не удивительно уже на сегодня на донатных аккаунтах. Так, слизни, кристаллы, пакеты. Так, что тут у нас накопление? 2 ляма кулаков. Кстати, давайте глянем сразу, что по ресурсам. Ну, по ресурсам все отлично. А я сервер никогда себя в обиду не даст. Так, скины на героя, вот это, наверное, одна из проблем, это скины на героя, в которых не хватает. Мы посмотрим, сколько у него скинов, но здесь на Айсе уже не проблема, у них нормальный этот, собери сам. И у них есть возможность собирать вот отсюда скины. Так, что я хотел, что тут только что хотел. А, хотел посмотреть сразу же скины, что по скинам у него интересного в топе. Он находится на 25 месте. За 4 месяца. Это, блин, не пару лет, как я на русском качался. Так, скины героев. Поехали посмотрим, что у нас интересного есть. Он уже второе божество собирает. Дама холода. 12, 7, 10... Так, ну это такие с новых, да, старых, видите, дофигища надо еще. Старенького плана скины. Вот это единственное, наверное, чего здесь не хватает для топа, как и у многих, это скины. Так, есть. Давайте, кстати, плюху заберем. Все, а, не пройдено АК? О-о-о! Как это АК не пройдено с такими героями? Я офигею. Сейчас мы посмотрим, что тут за герои у него. Давайте смотрим дальше алтарь. Так, скины пролистали. Скины на здание. Хочу сказать, что у него еще не все скины на здание собраны. 10-е. Не, вроде все. Так, хорошо. Смотрим дальше.
Ну вот вам, ребятушки, АС Сервак и донат, который был недавно. 2638 камней. Это говорит о том, что аккаунт собирался очень недавно, потому что, ну, я знаю по своему аккаунту, у меня там фигня этих камней. Сейчас даже ради интереса зайду на свой аккаунт на английском сервере и скажу, сколько у меня каких камней. Или даже посмотрим. То есть так, чтобы вы понимали разницу в донате. Те, кто играют раньше, да, допустим, ну, кто начали раньше, и те, кто играют сейчас с донатом, насколько разница в плюхах. Так. Сейчас смотрим. У меня доната тут в разы больше. Вот смотрите, 700, 310, 41 тысяча. У него 9000, этих 27, у него 24, этих 13, у него 9, этих у меня 700, у него 2600, и этих у него 670, у меня 310. Но я помимо этого еще очень много беру акций, учитывая эти, ну, дополнительных. Такс, поехали дальше. Сменки 15 тысяч у него, неплохо. Сундуков дофига, вот просто дофига. У меня столько сундуков нету, потому что я их тратил и трачу зачастую для перекачек и для тратил для эмблем девятых, там делал девятые, потом десятые делал. Сейчас их можно купить без проблем. 1270 камешков, ребят, 1270 камешков, при том, что у меня их, допустим, если посмотреть, вообще фигня, наверное. Камешков 300. Вот 195, каких 300. Разница. Ну, этих у меня 18 тысяч камней. У него 4900. Ну, то есть разница чувствуется тоже. Такс. Окей. Поехали дальше. Дальше у нас, понятно, расходники 25 тысяч. То есть тоже относительно, у меня уже забито давно здесь. Так, вот у меня этих перелимит уже, я не знаю сколько у него, видите, недавно только он докачал, дальше еще не получал, их сейчас меньше продают. Камни смотров. Так, 49, 2615, сменки, 3 стопальцы есть, неплохо, пацаны живут. Камешки, вот смотрите по этим, по питомцам. 3600, 2800, 8800, 9400. Это просто жесть. У меня же, сейчас я гляну, что у меня по этим, по камням. 2800, 1500. Сейчас даже вам открою. Так, буду открывать местами, возможно, чтобы много не говорить. То есть разница, вот мои камни и вот его камни. То есть разница у нас немножко есть. Ну вот расходники, у меня уже все паты докачаны. Сейчас глянем, что у него по патам делается. Так, герои. Как видите, здесь героев тоже маловато, потому что он, по сути, не ролил. Все покупал. 13 зефиров, 7 лис. Неплохо так, да. У меня, если посмотреть на моем аккаунте, циферки побольше, потому что я много ролил. Ну, как обычно, я трешу 47, да, там можно было и больше собрать. Вот смотрите, у меня лисица вообще нету, у него, блин, бардов 12, 7 лис. 14, ну, скиталец это такой. То есть по донату сразу же видно, что у него более молодой аккаунт. Так, ну, сундуков у него, конечно, маловато, потому что он все тратил. У меня побольше. Ну и вот расходники пошли. 4500 у него еще остаток. Сейчас гляну у себя, что у меня там такого. У меня расходников больше будет. У меня 2600. Так, окей. С этим разобрались. Поехали посмотрим на героев. Что у него по героям есть. Понятно, какая волна не пройдена. Все это бан. Подземки. Да ладно, что у него не все кошмарки зафармлены. Да, не все все-таки. Не все кошмарки. КБшка, наверное, такая же, как у меня была.
в 9 левелинге. Это говорит о том, что реально аккаунт донатный. Такс. Дальше. Дальше поехали посмотрим, что у него делается самое интересное в алтаре. Такс, ниндзик. Нифига себе, вот это герои, ребятушки. Но тут, видите, у него больше было бы силы. У него герои, я так понял, что все, скорее всего, есть. 10-я воздушка, Атлант, 10-я жива, 10-й бог, 10-й пак, нифига себе. Не, ну это надо брать. Будет на обзор героев заходить сюда и смотреть. Так, ничего себе, посмотрите, какие старенькие сборки, старенькие герои. Ну, тут все герои тоже перекачаны в топ. Божество без скина. Я тоже, кстати, вроде скина нету. Таврик скин не открыт. Дрейк. Ой, ужас просто. СУ. Вот это герои. Зачем мне перекачивать, если можно зайти сюда и взять героя для этого обзора? Да, интересно, Валентина. Что-то... Этот столько надо иметь лени, чтобы уже просто не открыть второй талант на героя. Не, ну это бан. Десятый. Так, ну Ронина, я так понял, тут Ронинов тоже дофигище. Так, хватает. Призрачный, стрелок. Рино, дерево. Тут СО, видите, огненных не так уж и много. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохо, интересные варианты есть. В общем, думаю, будем на этот аккаунт забегать. Киноаккаунт Сереги смотреть. Ну, Сереги там, понятно, там только тушики, черепа и эти остались. Здесь хотя бы есть какие-то обычные еще герои, можно их посмотреть. Такс, хорошо, неплохо. В общем, ребятушки, еще раз гильдия АС-сервер Asgard Rus. Кто играет с донатом, кидайте. Хороший коллектив, активный коллектив, битва гильдии, атака фортов, без проблем. Много веселья и фана. Ну, что я могу сказать? Интересно, конечно. Очень интересно. Разница, видите, в донате 4 месяца. Кто сейчас донатил, как он нас догоняет, и кто изначально донатил, там уже перешли лимит в несколько раз. Разница не такая уж и большая. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите интересных новых видосиков. Всем удачи, всем пока.